Привет. Зимушка, зима у нас, снег все идет, но погода такая не очень холодная, -1, -2. Слизняцкая такая погода. Лучше было бы градусов -8, а то не поймешь. Ни два, ни полтора. Палыч повез меня на маникюр. Записалась вчера. О, ребят, я так приболела конкретно вообще. Сделали прививку от гриппа 31-го, да? А 2-го я заболела прям резко. Раз, прям такое состояние. Умиральное опять. Короче, и насморки. Складывает нос, и голова болит тяжело. Состояние такое, ну, правда, позвонила вчера вот маникюристу-то своему. Ну, что? Автобус выезжает, а этот самый... Хорошо, на встречной полосе нет. А, он вернулся, да? Автобус что, не видел, что он едет? Он обязан на автобус уступить. Обязан, не обязан, если он едет, автобус-то что, полез? Обязан. Ну, не затормозил, так зачем автобус-то лезет? Пришлось. Если он ехал, автобус еще не выезжал и не подавал никакого сигнала, что он выезжает. Он ехал, объезжал, мы так объезжаем, на нас так наехать могут. Надо пропускать их. Им на ишаках только ездить по горным тропам, блин, а не на автобусах. Сбил меня Палыч с панталыку. Ну, его звоню, говорю, надо мне на маникюр. Ну, я сказала, говорю, я заболела. Вот, а я езжу уже домой. На дому делает она, занимается этим. Вот, сегодня выходной, все дома, и дети, и все. Я сказала, что я, говорю, заболела. Она говорит, ну, после, говорю, прививку, но тогда у тебя реакция на прививку. Я говорю, никогда не было у меня на прививку от гриппа никакой реакции, никогда. Но мы еще сделали сразу и от энцефалита. Но я не думаю, что это могло спровоцировать. Не знаю, короче, или вирусняк где-то я хватанула, да? Или, может быть, действительно, она зависит все, какая прививка, ведь тоже разные, наверное, прививки-то каждый год делают. Составляющая-то разная. Она говорит, у меня, говорит, было так, я, говорит, тоже один раз в жизни, говорит, всего сделала прививку от гриппа, снег опять, смотрите-ка, повалил. Опять заряд пришел, не видно это самое. Вот здесь более-менее видно в бок. У меня, говорит, такая ситуация была, мне говорит Люда-то. Все, я, говорит, с тех пор больше не стала делать, я, говорит, чуть не сдохла. Какая, говорит, у меня была реакция именно вот на прививку. Я говорю, ну, не знаю, в общем. Я говорю, смотри, потому что, ну, я в маске, конечно, посижу, маску, конечно, надену, но я вот сейчас вот меня было закладывало, а теперь я исхожу соплями. Вот. И голова так болит. Ну, сегодня мне уже полегче. Третий день я болею. Вот. Всех россиян поздравляю с праздником. День народного единства сегодня. Ой-ой-ой, какой заряд. Так что, говорю, посижу, конечно, я маску надену, чтобы не заразить тоже людей. Не знаю я, что. И заболеваю вечно я на выходные. На выходные или на праздники. У меня вечно так. Я пошла бы в больницу, сделала бы тест, попросила бы тест сделать, бы ковид и на все бы попросила бы. Но заболела как раз на выходные, на 3 дня выходных. Ну, это было, да. Так что, не знаю, в общем, едем, ногти тоже надо делать. Ой-ой-ой, что творится прямо нам в лицо, да? Свет, обалдеть, обалдеть, все, аж потемнело, ничего не видать. Короче, Людмила не дала добро, приезжай, говорит. Я говорю, смотрите, что как бы переживаю, там тоже, у нее второклассница, дочка. Ну, может, мне так скрипят у нас эти, да, Сережа, дворники. Угу. В общем, едем. Едем с маникюрчиком, сделала вот такие ноготочки, покороче, потемнее, поярче сделала, были у меня серенькие блестящие, теперь вот такие, и сделала форму другую, ну ничего, сварила морсик из черноплодки. Не кисель, морсик. Мы обычно кисель любим, варим. Я сварила морс, потому что мы пить пожиже. И поставила вот, уже туда налила кружки, поставила остужать. Буду пить, пить, пить и пить. Так, подкрою сейчас. Пусть это остывает. Ой, очень мне лихо, ребята. Голова болит.
Это просто ужас. Третий день болею, днем вроде было ничего. К вечеру опять меня свалило, срубило. Едва тут выстояла, пока варила морс. Так, это надо тоже поставить. Сейчас кружки остынут. Не буду закрывать, пускай он остывает. Тоже поставлю на окно, пусть стоит там. А что ты этой метелкой чистишь, а не щеткой? А? Занесено? Сильно? Не закрыл? Вот как эти. Ну это не как, так, да? Офигеть. Начались дни золотые. Снег-то валил целые сутки. Ну ладно, сейчас отогреются стекла-то это. Подогреются, отогреются. А пораньше было включить машину-то. На автоподзаводе стоит. Включил бы, она угрелась 20 минут уже. Но можно и побольше поставить. Ну так-то на улице не холодно, минус один, по-моему. Ладно, сажусь. О, всем привет, не поздоровалась, ребят. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Мы поехали в первую городскую. О, испугалась, палочку включил. Дворник я это. К нефрологу я поехала. Еще не знаю, в которую поликлинику, там две. Ну, через дорогу у него обе стоят. У Зои спросила, вроде бы она ездит, да вроде бы вот в ту. Ну, разнюхаю пораньше немножко. Едем, как обычно, мы же любим пораньше. Машины ездят. Такая грязюка, лужа на улице, снег шел, а тепло все тает. Палыч вышел обтереть нас. Автобус обрызгал, КамАЗ обрызгал. Не один раз. Вот приехала сюда ВК-интегратор, центр расчетов по этим, по мусору-то, по ТКО. Написал моментом прямо. Написала одно даже заявление. Две справочки, и все. Тут же она берет. Как позапрошлый год было, так же. В прошлом году не было, и мы стояли в очередь, Зоя сидели. Ну так, посидели в очередь, мы прилично, минут 30, наверное. А сидит опять женщина, стоит. Все тут же. Что такое, взрывы где-то взрывают. Вот. Подсказывает, как написать заявление, чего, где справочки забирают, и стоять не надо. Она говорит, я все отдам. Со следующего месяца будет у вас уже перерасчет, уже начислять не будут. Небольшая там сумма. Ну, в общей сложности выйдет там за 6 месяцев около 2000. Тоже не лишнее, правильно? Нет, не около 2, вру, меньше. Пускай 200 с нас высчитывают, да? 1000 с небольшим. 1000 там с копеечками. Малыч, кукулю, кукулю. Ковылез, пошевелиться. Все. Сейчас оботрет, и толку поедем, и опять нас обхезают, обрызгают. Убирай, не убирай. Ходила к нефрологу, поставили мне нефропатию. Ну, диабетическую и давление-то. Короче, по давлению и по диабету. Вот. И должны мне сейчас выписать, рекомендовано выписать, вот какое я хотела лекарство-то дорогое, оно, которое гонит сахар через почки. Вот она говорит, рекомендую я, говорит, но должен все равно эндокринолог это сделать. Но она мне так и сказала, эндокринолог. Если, говорит, вам рекомендует нефролог, поставит нефропатию. Ты почему стучишь по порогу-то, Палыч? Колочишь. Вот. То, говорит, можем мы вам выписать это лекарство, которое, ну, как бы хорошо для почек и для сахарного диабета, как бы оно такое. Так вот, надо записываться опять к эндокринологу, и пусть выписывают это лекарство. Оно сейчас строго, очень строго, и вообще хотят его убрать. Кому-то просто раньше выписывали, вот тут у меня знакомая, так просто выписывают, она ничего, ни нефропатии нет, ничего. Она получала, я вот тут разговаривала с ней, скоро сказали, что отнимут все это лекарство только по показаниям. У кого инфаркт, у кого нефропатия. Ну ладно, Палыч, поехали. Да нет, вон вид, надо подождать. Кого? Да вон я сейчас машину, чтобы там выехать. А-а-а. Впереди там стоит? Да? Вон он грузит, выгружается. Грузит в помойку. Ясно. Или назад надо сдавать. Ну ладно, нет. Подожди, выедем там. Подождем, нам спешить некуда. Слава богу, мы сюда успели. Думала, не успеем до обеда. А успели. Даже не посмотрела, как они работают-то, блин. Ну ладно. Все равно обед, наверное, с 12 до часу у всех. За хлебом, да? Да, надо за хлебом. Да чего хлеба надо? Масло, чего еще надо там? Чуть-чуть. Ой, да надо купить мне это, скажи, в аптеку ехать. Все-таки, да? Чего такое-то? Вон сиренеж какая. О, выперло, да? С асфальт. Аккуратно. С ума сойти. И разворачиваться здесь неудобно тебе. Так, по городу сегодня едем. Ну нет, но сейчас по Ломоносову опять завернем, так и не поедем по
откроется кому-то. Сейчас, вот это какая улица? Вот это Ломоносова, по-моему, и есть, да, Сережа? Да, вот есть только налево, да. Да, это Ломоносова односторонняя. Вот и поезжай, на Ленинградский сразу выедем. Сейчас я... Ну, нет, поезжай, дави пешеходов. Красный. Я повезу. Все красно. Просто здесь не надо никуда ехать, ни на туда, ни на Троицкий. Здесь односторонняя. Сейчас быстро мы долетим момента. Ну ладно, опять двух зайцев убили, слава богу. Туда и сюда еще. Ой, еще надо завтра ехать на пункцию мне. Да. В эту. Вот тут на Суворова, в эндоцентр. Пункцию. Щитовидки. И надо как-то мне записаться, по каким они дням записывают к эндокринологу-то. Надо записаться, мне пусть выписывают лекарство, но дорогое. Только по показаниям. Так уже весь бензин выездит. Да? Ну как мы туда? В город, ну, заправимся, что делать. Да, много лошадка. 100 километров, это уже 83, да? Да, много-много. Чего, конечно, ездим много, да и далеко. До центра-то. Ох ты, ох ты. Может, я пока проеду, потом повернем. В церковь заедем, посмотрим. Тут раз заезжали, она не работала. Почему-то было все перегорожено, закрыто, так мы не поняли. Ничего главное не написано, ни объявления, ничего. И не это... Непонятно. Сейчас посмотрим, заедем. О, выходят люди вроде бы. О, тут ребята чистят, тебе и встать некуда, да? Почему нет? Встанешь, не будешь им мешать? Нет, не буду. А уже вон там вычищено, вставай тихонько. Ну все, и вычищено. Ага, выходят, заходят, все. Работает, значит. Шапку-то в машине оставил? Да.